Москва. Ситуация не изменилась. Пророссийский концерт, часть третья. Людей больше не стало. Мина на лицах тоже не изменилась. Вот, мы им стоим, говорим, кричим о том, что русский мир не пройдет. Ну, в общем, ничего не меняется абсолютно. Да, тетушек очень много, спортики поприезжали, не знаю откуда. Ребята местные тоже никого не знают, но их даже вот так вот может быть видно, можно хорошо рассмотреть. По сценой, то есть, я вам скажу так, здесь 30% тетушки, и все остальные я не буду убеждать, кто это. В общем, буду выкидывать дальше части пророссийского концерта в Конотопе. Всем успехов!